Мартышка Бразер – вид приматов семейства мартышковых. Обитают эти приматы в Центральной Африке, выбирая себе самые разнообразные места для проживания. Встречаются они как в сухих горных лесах, так и на заболоченных участках с высокими травами. Названо в честь французского путешественника Пьера Бразера. Шерсть темно-серая с красновато-коричневой спиной, конечности и хвост черные. Крестец белый. На лбу оранжевая полоса, белая шерсть на морде образует бороду и усы. Благодаря своему неприметному окрасу мартышки Бразер умеют ловко прятаться в листве. Кроме того, в случае опасности они замирают на месте, превращаясь в неподвижную статую. Самцы весят около 7 килограммов, тогда как самки – около 4.